На Земле началось шестое массовое вымирание животных, заявляют ученые в журнале «Труды» Национальной академии наук. За последние десятилетия данные о биологической аннигиляции видов в дикой фауне свидетельствуют о том, что вымирание идет полным ходом. Главную причину экологической трагедии исследователи видят в перенаселенности планеты и избыточном потреблении. Это, в свою очередь, угрожает существованию самой человеческой цивилизации. Исследование выяснило, что в последние десятилетия ареалы 1/3 от 27,5 тысяч разновидностей наземных позвоночных существенно сократились. Напомню, согласно данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет на Земле исчезло 50% животного мира.